Всем привет, ребята, с вами Вася. И вы ни за что не догадаетесь, где мы сейчас. Мы сейчас в Берлине на выставке IFA 2018. Это огромное, крупнейшее мероприятие. И мы фактически весь день потратили, чтобы обойти, не знаю, процентов 20, наверное, выставки. Мы толком ничего не увидели. Мы просто ходили и смотрели, такие, ого, ты, а вот это, вот это, вот это, вот это. Но мы, конечно же, постараемся обойти все, что только до чего дойдут наши руки. Мы здесь будем долго снимать, выкладывать ролики. Постараемся, конечно же, по максимуму выложиться. И для первого, так сказать, вводного видоса мы решили выбрать бренд Harman. Поэтому не будем терять зря времени, поехали! И начать видео о такой крупной выставке, о таком крупном мероприятии мы тоже решили с чего-то крупного. Например, вот этой вот здоровой громадной колонки от JBL Party Box. Я думаю, название говорит само за себя, потому что с этой колонкой вы можете нехило прокачать вечеринку. Очень нехило, потому что она беспроводная. Вы можете коннектиться по телефону, по Bluetooth и включать музыку по Bluetooth. У нее есть крутая подсветка. И еще очень главная и крутая фича, к ней можно подключить гитару. То есть у вас фактически такой портативный комбик. И я подозреваю, что через мини-джек, да, все правильно, есть разъем для гитары и для микрофона. То есть у вас портативное такое караоке. И если это не круто, то я не знаю тогда, что круто. Ну, поговорили за большое, теперь вернемся к чему-то маленькому. JBL представила колонки, вот эти вот классные, стильные, красивые колонки для детей. То есть вы видите, они светятся, у них такой дизайн, знаете, такой аккуратненький, яркий, как раз для ребенка. И еще очень достаточно интересное такое решение JBL сегодня привезла сюда. Это колоночка с FM-тюнером, который может ловить и аналоговый сигнал, и цифровой. Ну, тут, конечно же, собственно, и экранчик, где вы будете видеть, какая станция, ну и какое подключение. Тоже очень прикольное решение, если вы поехали, например, на рыбалку, и вам хочется поиграть музыку, а у вас нету флешек или телефона, или вы просто любите радио. Еще на выставку привезли вот эту вот замечательную колонку JBL Charge 4. По сути, это улучшенная Charge 3, только теперь здесь есть разъем USB Type-C. Ну, конечно же, увеличили емкость аккумулятора. Колоночка теперь сможет играть дольше, как заявляет производитель, 20 часов. Взял с собой ее, положил в сумку и поехал гулять. Если вы не знали, то ребята из Harman ответственны за такие крутые девайсы для прослушивания музыки, которыми, возможно, вы все пользовались, от JBL, AKG и Harman Kardon. То есть вы поняли, ребята шарят в звуке. Также здесь сегодня представлены девайсы для прослушивания музыки от AKG. То есть, например, вот эта вот портативная колоночка, насколько я знаю, они этим раньше не сильно занимались. И вот, вот теперь занимаются. И разные-разные наушники. Ну, конечно, ребята, говорить про звук очень сложно, его надо слышать, и как бы мы ни записывали, вы все равно его нужно прочувствовать самому. То есть поэтому что тут сказать, надо пробовать. Но единственное, что хотелось бы отметить, вот эти вот наушники от AKG новые беспроводные, которые очень круто звучат, и выполнены они из алюминия полностью. Ну, естественно, амбушюры нет, но сам каркас из алюминия, и это очень круто и главное прочно. Еще JBL сегодня показала нам свои новые компактные портативные беспроводные наушники. То есть вот эти вот JBL-ечки, то есть вот эти вот классные JBL-ечки. Но мне больше понравился вот этот вот спортивный вариант JBL Endurance Peak. Крутая фишка, которая мне зашла лично очень, то что вы берете, одеваете их на ухо, одели, и оно работает, играет музыка. Только вы сняли, музыка сразу прекращается. По-моему, это очень классно. Снял музыку, не расходуется аккумулятор, и, соответственно, снял наушник, музыка не играет. Логично ведь. Также тут представлена куча девайсов, куча наушников именно специально для спортсменов. Крутых, вот очень там в разной степени водостойкости. Но мне больше всего понравились вот эти вот красавцы. Тут они все сделаны совместно с брендом Under Armour. Мне понравились вот эти вот крутые наушники. Ну, мало того, что они выглядят стильно, они еще очень-очень шумоизолируют от мира. Но у них есть очень крутая функция, вы можете, она называется talk-through. То есть вы слушаете музыку, вы, например, в зале качаетесь, мне это не знакомо, естественно, но вы вот качаетесь в зале, к вам кто-то подходит, что-то говорит, а вы не слышите, но наушники снимать вам неудобно. Вы просто нажимаете кнопочку, и вы, собственно, и музыка тихонечко играет, но вы слышите собеседника, это очень классно, очень круто. А тут собеседник вам надоел, вы кнопочку нажали и просто киваете ему, да-да-да,
Да. И еще крутые наушники, которые мне очень понравились. Я немного жалею, что я не спортсмен, и тем более не ныряльщик. Вот эти вот красавцы, они выдерживают, у них очень сильная водозащита, то есть они выдерживают погружение на глубину до метра целый час. То есть вы под водой можете целый час слушать музыку. И главная фишка, что они полностью автономные. То есть здесь есть своя память, вы просто скидываете сюда музыку, не присоединяете их к телефону, музыка здесь. То есть вы скидываете сюда песни и слушаете их, не привязываясь ни к какому девайсу. Это классно. Ну и самое главное, что можно с ними делать, они могут нырять. Надеюсь, это те наушники. Если что, пошли отсюда. А сейчас мы немного поговорим за Harman Kardon. И первое, на чем я хотел бы сконцентрировать свое внимание, это вот эта вот портативная беспроводная колоночка. Просто потому, что она мне нравится. Гляньте, какая она стильная, такая с ручкой, красивенькая. Ну и увесистая, значит, и звук выдает мощный. Спецификации тут нет, я это чувствую. Ну и, конечно же, если мы говорим за Harman Kardon, стоит упомянуть саундбары. Сегодня на Ifu привезли вот эти вот крутые новенькие саундбары Enchant, которые могут превратить вашу гостиную в полноценный кинотеатр. Но вот, правда, для этого нужен еще и такой, знаете, большой телевизор. Ну, это такая мелочь, да, сейчас. Ну и, конечно же, саундбар JBL. Из всех представленных здесь сегодня решений мне понравился вот этот. Не только потому, что он самый большой, а еще потому, что у него есть крутая функция, которая мне лично очень понравилась. Вот эти вот части вы можете запросто отсоединить и расставить их по комнате, чтобы сделать, так сказать, объемный звук. Это очень круто. Если вы так не считаете или так считаете, то напишите об этом в комментарии. Очень интересно знать ваше мнение. Но еще Harman Kardon сегодня представила целый бестиарий умных колонок. Они все очень разные и работают на разных голосовых помощниках, типа Google Assistant или Amazon Alexa. И, кстати, самое важное, что эти колонки могут вскоре появиться в продаже и у нас в Украине, потому что Google обещали в скором будущем допилить поддержку Google Assistant украинского языка, что будет очень круто, и вот такого вот красавца тканевого можно будет поставить у себя дома. Тут, кстати, еще дисплейчик, то есть вы можете включать музыку. В общем, умная колонка с ассистентом наконец-то придет в ваш дом. Вы же так долго этого ждали. Но у меня на сегодня все. Разумеется, это далеко не все колонки и прочие аудиодевайсы, которые сюда привезла сегодня Harman. Но мы постарались выбрать самые интересные, рассказать о них кратенько и понятно. Что вам понравилось, пишите в комментариях. Также ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие ролики с Ифы. И еще очень важный такой момент. Знаете, всем, кто был сегодня здесь, подарили вот по такой красивенькой Lamborghini, поэтому сегодня я буду ехать в отель не на метро, а на вот этой вот красавице. Конечно же, это шутка. Ставьте лайк, подписывайтесь. Спасибо, что нас смотрите. Пока!